Ветхие дома сносят на каменном карьере в районе бухты Нагаева. Специалисты убирают бесхозные здания для строительства прогулочной площадки с видом на море. Такое поручение дал глава муниципалитета Юрий Гришан. Сейчас на этом месте работает тяжелая техника. Привлекли бульдозеры «Галуда», погрузчики и КАМАЗы комбината зеленого хозяйства. Они расчищают склоны для строительства прогулочной зоны. За 2020 год было вывезено или снесено 120 строений разной категории. Среди них сараи, гаражи, контейнеры. Также была произведена работа по вывозу остовов автомобилей, которые находились брошенные в разукомплектованном состоянии на всей территории города Магадана. За 2020 год было вывезено более 20 штук. На склоне в районе бухты Нагаева снесли два дома. По словам Сергея Кранина, о количестве построек, которые нужно убрать, говорить сложно. Не все жилые дома еще расселены. Территорию освобождают по мере выезда жителей и исходя из наличия техники.